Чел май дурабил фир делегатура энтре омши Думнезел, есть ругачуня. Прин ругачуне омол конверсязы ку Думнезел. Ругачуня есть капабилы сестрыбаты нори мынией луй Думнезел. Каревин асупра ноастра пентру пекатели совершите. Прин ругачуне ной уаминей. Черем дела Думнезеу ертаре, шиел, блынд финт динфире, се милости веште спреной, не благословеште шини ярте. Изворул ругачуни есть и инима омлуй, кари требуя сессе курыцяске, де тот соил дереутец. Пентрука Думнезеу юбеште дуар инима курате, шикяр се селышлуеште инья. Еди мари фолос, сыростим ругачунили синчер, смирит, дар емулт маю милинчиос селикинтем. Тот инчепутул се благословеште ку ругачуня инчепетуаре. Ве пропунем се аудиац, кум се кинте ругачунили инчепетуаре. Вечи лорами, смите
Еди мари фолос сенен семнем корект ши смирить, кусемнул сфинтий круч. Унинт эмбрионы примели трей дежите амыни дрепте, ши атингиндуни де фрунте, инсям не кенеругем домнулуй, сене сфинтяска рациуня, минтя, инцелепчуня. Апой атингиндуни пуцин май жос де пьепт, неругем сене сфинтяска ши сене курице инима, апой не атинджем, де умрыл дрепт, ши де умрыл стынг. Ругиндуне, домнулуй сене сфинтяска дебечия, ши виртуциле физиче, спре афеури биниле. Сфинта круче, кари есте арма импотрива реутецилор, се славеште ин мулте ругачунь. Локул де фрунте, принтрикария парцине имнулуй, саутропарулуй, сфинтий круч. Яте, кум суне кентаря луй. Credința este un dar de la Dumnezeu. Credința este o latură a sufletului și a rațiunii omenești. Credința ta în Dumnezeu este încrederea în viața veșnică, în cele viitoare ca în cele prezente. Este strict necesar să credem corect în Dumnezeu, așa cum ne-a învățat El însuși, lăsându-ne model demn de urmat. Acest model se numește simbolul credinței. Ascultați cum sună conținutul lui. Și ai viață treia zi după Scriptură.
În lumea și învățătura ortodoxă se cinstește mult și evlavios Maica Domnului, pururea Fecioara Maria. Ea este cea prin care s-a coborât Domnul nostru Iisus Hristos pe pământ. Ea este unica aleasă din întreg neamul omenesc pentru a contribui la întruparea Domnului. Iată de ce Sfânta Biserică o cânte și o slăvește mai mult decât pe îngeri, pe arhangeli și decât pe toate puterile cerești. Ea este prima între sfinți. Ea este cea mai mare rugătoare înaintea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Iată de ce și noi să ne rugăm ei, să o lăudăm și să o cinstim. Ascultați, cum sună cele mai vestite cântări închinate Maicii Domnului. Dumnezeu este izvorătorul a tot binele.
Ел есте, а тот шти и тор. Ел е чел каре не юбеште, а деварат. Ел кунаште дуререя суфлитулы оменеск. Шиштие, кум се о алине. Ел е чел, каре не поати фаче феричиц, ку адеварат. Ел е чел, каре не инкуражазе инфаца гриутецилор. Ел е чел, каре не расплетеште ку вяца вешнике ин импереция луй. Яте, че не фыгадуеште ел, ин предикаса депе мунте. Într-o împărăție, după mine și divină Doamne, cât de veni într-o împărăția ta, fericit și sărăși cu Duhul, că așa vără este împărăție și A fi creștin înseamnă, pe lângă multe altele, a-ți iubi patria, adică țara, în care Dumnezeu ți-a împărțit să te naști, să trăiești. Patria noastră, Republica Moldova, are nevoie de recunoștința ta și a mea. Are nevoie de dragostea ta și a mea. Are nevoie de iubire fiiască a cetățenilor săi. Trebuie să recunoaștem, eu o fac cu multe durere în suflet, cam puțini sunt cei care sunt gata să se sacrifice pentru țară. Dar să o iubim sincer,
Avem datoria și putem să o facem fiecare. Cine-și iubește țara cu adevărat, nu este dat uiterii niciodată. Acest pământ să
Самый прочный вид связи между человеком и Богом – это молитва. Посредством молитвы человек общается с Богом. Молитва пробивает тучи гнева Божьего, которые опускаются на нас за грехи наши. Посредством молитвы мы, люди, просим прощения у Бога. И Он, будучи милосердным, жалеет нас, благословляет и прощает. Источником молитвы является сердце человека, которое должно быть
чистым от всякого зла, так как Бог любит только чистое сердце и даже поселяется в нем. Очень важно молиться искренне, смиренно, но еще умилительнее петь молитвы. Предлагаем вам прослушать, как поются предначинательные молитвы. Царю небесный, утешителю души истины, Очень важно правильно и смиренно осенять себя крестным знамением. Соединив первые три пальца правой руки и прилагая их ко лбу, мы молим Бога осветить наш разум, мысли и понимание. Затем, прикасаясь к груди, мы молим Бога осветить и очистить наше сердце, чувства. После этого, прикасаясь сначала к правому плечу
и потом к левому, мы просим осветить телесные силы и призываем благословения на благие деяния рук наших. Крест святой является оружием против всякого зла. Его прославляют во многих молитвах, но одно из самых важных является гимн или тропарь кресту. Вот как он звучит. Вера – это дар Божий. Вера – это одна из важнейших сторон жизнедеятельности души и разума человеческого. Верить в Бога – это значит верить в жизнь вечную, верить в будущее, как в настоящее. Очень важно верить в Бога правильно, так, как Он нам открыл, оставив наглядный образец. Этим образцом является символ веры. Послушайте его содержание. Во всем православном мире и православном учении трепетно почитается Матерь Божья, Пречистая Дева Мария. Она является той, через кого на землю сошел Бог наш, Господь Иисус Христос.
она единственно избранная из всего рода человеческого, с чьей помощью Господь вочеловечился. Вот почему Святая Церковь воспевает и прославляет ее больше, чем ангелов, архангелов и всех небесных сил. Она первая среди святых. Она самая теплая молитвенница за нас перед Богом нашим. Поэтому мы должны молиться ей, хвалить и славить ее. Послушаем теперь, как звучат самые известные песнопения, посвященные Божьей Матери. Бог есть источник доброты, всего того, что мы называем добром. Он всеведущий. Он тот, кто любит нас по-настоящему. Он знает боль человеческой души и знает, как ее утешить. Он тот, кто знает, как сделать нас по-настоящему счастливыми. Он поддерживает, утешает нас в сложные минуты. Он тот, кто дарует нам жизнь вечную в Его Царстве. Вот что Он нам говорит в Своей Нагорной проповеди. Блаженней чистые сердцем, я
Быть христианином значит также любить свою родину, страну, в которой Богом суждено тебе родиться и жить. Наша родина, Молдова, нуждается в признательности твоей и моей, нуждается в твоей и моей любви, нуждается в искренней любви своих граждан. Нужно с болью душе признать, что очень мало тех, кто готов пожертвовать собой ради своей страны. Но искренне ее любить в силах и должен каждый. Тот, кто любит ее по-настоящему, никогда не будет забыт. Родился есть и стране нашей эта звезда пресветлая. Святый великий воевода Штефане, луч от света твоего заряет град твой, обитель твою. Мир и спасти души наши.